Добрий день. Ми знаходимося на території господарства «Енергія 2000» Мелітопольського району Запорізької області. Я вам хочу немножко розказати про наш комбайн «СКІФ-280». Чим він нас привлек? Соотношенням ціни-качества, своєю производительністю, чуть вище дона в середньому, качеством обмолота, качеством среза, в середньому десь на 7-8 сантиметрів измельчають солому, розбрасують на ширину всей жатки комбайн, при этом дуже хороше качество, чисто йде зерно в бункер. Нравится уровень комфорта для комбайнера. Очень современная кабина с кондиционером на довольно пристойном высоком уровне. Тишина, практически не слышно ни работы двигателя, ни работы молотарки в кабине. Нравится. При такой хорошей производительности, где-то за 10-часовый рабочий день 25-30 гектар мы убираем на такой высокостебельной массе. Расход в среднем получается 7-8 литров дистоплива на гектар. Очень довольно экономично. Бункер большой, большая шнек. Очень удобна вигрузка під всі сучасні супермази, мани.